J-League Fighting Soccer, King of Ace Strikers, японская футбольная лига. Несмотря на мою нелюбовь к спорту, с этой игрой знаком. А вот данный симулятор увидел впервые. На Денде играл в более примитивные сокеры. Сразу же отметил высокий уровень звука и графики, а после и обширные возможности геймплея. Начал с тестовой игры, пока разбирался с управлением, принялся пропускать мячи. Но освоившись, сравнял счет, хоть это было нелегко, так как случайно выбрал команды в форме похожих оттенков, от чего путался. Еще при большом скоплении игроков на поле, некоторые из них становятся невидимыми. При автоматической смене персонажа несколько раз забил гол в свои ворота. В итоге все равно проиграл, но по пенальти. Зато разобрался с управлением и понял, что обозначают иконки при смене характера действий короля выдающихся нападающих. Также в J-League есть матч на двоих, турнир и, собственно, сама лига. В игре реальные игроки и клубы с различными характеристиками. Можно создать свою команду и сохранить ее. Имеются задатки футбольного менеджера. The King of Ace Strikers меня порадовала. Она не такая сложная. Прошел турнир, не особо напрягаясь. И считаю J-League Fighting Soccer пройденной, так как в лиге практически все то же самое. Но с каждой командой придется встретиться дважды. Попробовал бы погонять мяч вдвоем, но как-нибудь потом.